Ох, красоты. Ты в снежки играешь с ней. Она кушает. Ну-ка. Посмотри. Опа. Бонь, снежок. Нас уже второй день радует снежок. Только он тает быстро. О, нет. Потому что солнце раз, вышло. Бонни, раз, два, три. Опа. Он как за мячиком бегает. Бонни, где снежок? Бонни, где снежок? Иди лови. Всем приветик, приветик. Привет. Мам, снежок. Куда, куда упадет, то и называешь, да? Это что? Der Schlitten. Она сказала теперь. Ну вот сам и Клаус. Ксюше сегодня подарок подарили. А ты не знаешь, кто это? Ну, наверное, девочка. Или мальчик один. Или два. Или два. С пятого класса. Как так два? Здрасте. Мордасти. Вот смотри, Ластя. Look, dort steht Margot. Wunschlichter Radierer. Это снеговичок. Смотри, тут блестки. Шоколадки. У нас такие же есть. Бери. А мама! Нет! Кошка реагировать на снег. Ну, осторожно только, смотри, чтобы она не выбежала. Да. Не очень. Нет, не нравится. Мне нравится. Ой, тебе перекрасить? Ну, в какой-нибудь другой цвет? В розовый. Жена расковыряла. Сняла весь лак. И Фиона. Что с тобой? Фиона. Фиона играет с папой. Я сидела, монтировала видео, она мне не давала. Она сидит, смотрит на экран, видит, что там кто-то шевелится, что-то, и лапой начинает по экрану. На кнопки нажимает, на клавиатуру наступает, мне все сбивает, там что-то я потом не знаю, как назад мне вернуться. В общем, она мне сегодня мешала. Да. У тебя спорт? Да. Все разбежались в школу опять. Пока. А Макс Каролины? Да. Макс Каролины на улице. Давай, пока. Пока. А ты что здесь сидишь? Раскидала, да, опять? В туалет сходила. И окошко тут хорошо, тут окно есть. Вот она покакает, это просто невозможно. Окно, если не откроешь, на всю квартиру запах. Вот сейчас она кинется на тебя. Вот так тебе. Вместе играй с мячиком. Давай, давай. Не хочет. Жадина ты, жадная. Ты жадная, что ли? Вот так, все, спрятала. Это забрать все. Забрала. Хитрая. Смешные такие вообще. Друзья, подружки сидят твои? А? Подружки твои? Да. Сидит с ними. Это вы куда такой шар катаете? Ой, ничего себе. Надо было маленький делать. Нет, большой. Это большой сильно. Огроменный просто. Нам помоги. Никак ты не поднимешь, он тяжелый. Каролина, надорвешься, не надо. А глаза где? А глаза уже пухнут. Давай. Как же он без глаз? Ну-ка. Ай. Это сильно большой глаз. Это рекорд у вас прям огроменный просто. Осторожно, а то упадет. Вот сюда. Вот сюда нужно снежок положить. Вот сюда. Снежок бери. Подкладывай. Да, под низ прям. Вот. Давай, подкладывай. Во. Все, теперь будет держаться. Так, что-то у него искривление какое-то. У него нос уехал.
У него нос не в ту сторону. Ты что делаешь? А, рот, улыбку. И еще и сверху посидеть, да, на нем. Макс, снег грязный, не кушай. Видишь грязь? Видишь грязь? Он же... Лена, ты тоже идешь на санки? Ты морковку, что ли, съела? Когда? Зачем нос съела? Вот же она. Ладно, все, мне холодно. Ты смотришь? Ку-ку. Все, разломали снеговика, да? Да. Значит, зачем? Нет. Нет, не разломали? Нет. Нет. Стоит. Но морковку съели, да? Да. А мне захотелось сырничков. И сейчас я их буду готовить. Через сито протру творог. Потому что он, видите, какой зернистый. Его нужно протереть. Опять же оставлю рецепт. Хотя я уже готовила. Ну ладно, все равно. Раза больше все делаю, как всегда. 2 яйца, 2-3 столовые ложки сахара, значит 6 столовых ложек и 6 столовых ложек муки. Мука, сахар. Ванильный сахар у меня закончился, ну ладно. Без него сделаю, ничего страшного. Разбиваю яйца. Хорошенько перемешаем и будем добавлять муку и сахар. Ой! Закончила я, и как раз Маргоша пришла. Сырнички. Тебе не холодно? Ножки не замерзают? Зачем ты так подворачиваешь? Уже холодно. Тебе не весна, не осень. Все, наигралась? Эй, ты что, бабьим дом? У нее там гости. Бабьё, да. Смотрите, да. Смотрите, кто там у нее. Простите, гости. Фиона, у тебя гости? А ты нас что, не позовешь? Фиончик, говнючик. Ты почему нас в гости не зовешь к себе? Так, мама, ладно. Сегодня же холодно, да? Сегодня холодно. Ну, я пошла домой в шортах. Да. После физкультуры она пришла в шортах. Представь себе, мама, на улице снег. Так жарко. +1 градус, она пришла вот так вот домой. Мы там бегали. Да вы еще босиком. Футбол играли. Вы еще босиком пришла. Смотри, упали. И там, и там. А где-то у нас было 4 или 5. Вот обели. Сильно бегали? У тебя как дела? Нормально все? И будем мы пить чай со сгущенкой и со сметанкой. Кому с чем больше нравится сырники кушать. Так. Сметанка. У нас уже тоже, смотрите, почти все соседи украсили балкончики свои. Там, как всегда, елочку зажгли.
там елка у них стоит. Там тоже нужны маленькие тарелочки. Кто будет индийский чай? Нет, у меня индийского чая нет. У меня есть зеленый чай. Да, вот зеленый. А нет, вот зеленый. С черный, с лимоном. Есть вот такой с клубничкой. Маргарита, тебе какой чай? Марго, клубничный? Тебе уроки задали? У меня клубнички. Да, да. Шасси. Много? Нет. 800 грамм творога. Мало, да? Нам надо, наверное, больше килограмма. Полтора килограмма нам надо творога, чтобы сырники, чтобы всем хватило, чтобы все наелись. Макс, почему ты не доел? Доешь? Ну, съешь еще один? Съешь. Не хочу, я наелась. А киса сидит там у нее, да? На ногах сидит? Не просится на стол, а? Только Бонни. Да, только Бонни у нас. Бонни, ну-ка, ну-ка, слезай. Нельзя. Ишь, какая. Вон. Нет. Кому ты поколек аппендикс? Выглядывает. А можно ей сметанку дать чуть-чуть? А? А он разный, но ты с Коля. Сметанка вкусная. Пика! Бонни тоже сметанку дай. Она ревнует, смотри, смотрит. Как это так? Кошки дают, а мне нет, видишь? Голова одна торчит. Ну, какая сметанка вкусная. Сметанка. На чумик, мамочку. Кто с вами на точку? Есть, говорю. Вот так, сидеть на стуле надо. Все, сиди. Приехали мы за адвент-календарями, а тут почти ничего нет. Вот это вот все, что есть. Тут лол с конфетками, с шоколадками. Это Hot Wheels. А тот, который Ксения хотела, Майнкрафт. Где мы видели Майнкрафт, я не помню. В общем, вот что. Это все, что есть. Это что тут такое? Шоколадки. Конфеты нам нужно на день рождения. Всякие разные. Чтобы в пиньяту засыпать. Тут вот пиньяты продаются такие. Собачки, единорожки. Так, мы пришли уже в другой магазин. И здесь Star Wars. Вот такие только. Шарики, шарики. Какого цвета шарики? Зеленого, наверное. Это многовато будет. Это какая-то, не знаю, упаковочная, что ли. Нету. Нету гофрированной. Не было этого Майнкрафта. Раскупили уже все. Тебе же нравятся эти фигурки? Конечно. Только они не, конечно, не такие большие, они поменьше. Маленькие. Да, они маленькие. 24 штуки. Мне тоже. Это адвент-календарь. Так, это Каролине. Каролине с косметикой. Здесь на солнце лесу. Нет, там откроется, она вот такая большая будет. Я... Маргарите, да, ну она хотела же до шоколадки. Я вот то, что самое нормальное, я нашла. С киндер-сюрпризами. А это что такое? Ты будешь открывать. Завтра 1 декабря. Открываешь с 1 числа. И здесь будут шоколадки, пьешь чай. Ты никогда не открывала такое? Ну вот. С 1 числа начнешь искать, открывать окошки. И все. 1 числа? Да, завтра. 1 декабря, завтра, да. Да. С 1 декабря. Все? Коров. Где тут цифра 1? Вот. Завтра откроешь вот эту циферку. И это Ксюша будет открывать. Пожалуйста. Это Маргарита. Каждый день открыть. Да, каждый день до 24-го. Себе не купили. Почему? Но я не нашла ничего. Мне ничего не понравилось. Просто так открывать, не знаю. Ничего интересного. В прошлом году намного было больше календарей. В этом году вообще мало. Это я купила для этого черную бумагу и цветную бумагу, чтобы делать пригласительные. Я себе взяла 3 веточки хлопка. Из чего делают одежду? Из хлопка, ткань. Вот с этого. Они ниточки тянут из этой штуки. Но она еще для красоты тоже. Нужна другая вазочка.
Ничего себе тут было. Еще я тарелочки купила. Такие вот. Тарелочки? Да. Для печенья, для конфеток. На стол ставить с печенюшками или с чем-нибудь. Так, у нас сегодня поздний ужин. Очень поздний, 9 часов. Пока мы приехали с этих магазинов. В общем, в 4 магазинах мы сегодня побывали. Все, приятного аппетита. Кушаем и спать. Марго! Маргарита вчера ночью Ксюше спать не давала. А что ты прикалывалась над ней? А, Марго, тебе не спалось до 11 часов? Подходила к ней и трогала ее. Сама себя развлекала. Я ее не трогала. А что ты я делала? Я просто смотри, мне там было... Вот смотри. У меня вот тут вот кружка. Ну. Потом я немножечко наливала. Ну. Я так вот шла. И ей наливала на нее. Вот так вот на нее. Ты что, совсем что ли? Ксю, Маргарита, зачем ты это делаешь? Зачем водой обливать? Ты что? Тем более, когда она спит ночью. Мама. Как она тебе еще не влепила, а? Мама. Вас даже этим, вас шкаф даже не остановит, а честно. Потом она вам нужно кирпичную стену вот ставить. Смотри. А потом я взяла и вот это заплыкнула. Вам нужно кирпичную стену ставить точно, чтобы друг другу не мешало. Мама, я потом она тут была. Я вот так стояла. Потом так... Она тут стояла. Я так повернулась, смотрю. Я не видела, потом опять спала. Давай, ложись, все, хватит. Дай. Си-си. Опа. Фиона вон наблюдает. Здрасте. На Фиону. Фиона, кто там? А, Фион? Что там за мышка бегает? Настюха. Полина. Ее зовут Полина, я ее называю Настюха. Не знаю. Если она Полина, то ее надо звать Полина, а не Настюха. Как может быть Настюха, если Полина? Так как кишу? Вы уйдете или нет? Мама, она мне резинкой по жопе! Ай! Я пол поменяла. Машка, какой пол ты поменяла? Ламинат! Паркет, блин. Вот так вот мы просим кушать. Кричим просто. Да, просим кушать. Вот. Не приехал еще корм к нам. Что-то так долго едет. Заказала на прошлой неделе. Еще, по-моему, в среду. Или в четверг. Да, тебе, тебе. О, сейчас залезет. Вот так. Все. Накладываем, накладываем. Да подожди, ты сейчас на морду тебе. Ой, как будто она месяц не ела. Все, бедная. Кушай. Я ей пока по пол пакетика даю. Вот так вот. Ну что, все уже уснули. И я сейчас хочу немножко прибраться, со стола убрать. Ну и тоже, скорее всего, пойду отдыхать. Картон весь порвали, порезали. Не знаю, что они тут хотели сделать. В общем, остались одни какие-то кусочки. В принципе, мне он больше не нужен, потому что пиньяту я уже сделала. Вот, так что это все можно уже выбросить.
спать. Я пылесосить не буду, потому что уже поздно. Завтра пропылесошу. Все, теперь осталось только посуду помыть, загрузить в машинку и пойду спать. Я в последнее время стала очень поздно ложиться спать. И на следующий день у меня голова просто раскалывается. Уже без 10-12, поэтому быстренько сейчас закину посуду и спать. А монтировать буду завтра. Поэтому на сегодня все. Так что не пропускайте наши влоги. Увидимся в следующем видео. Пока.